Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с неделей крестопоклонной. В середине поста церковь выносит особенным чином, торжественно, красиво, достойно, на поклонение всем верным чадам крест Господень. Почему именно в середине поста? Почему крест? Потому что часть поста мы уже прошли. И сил, конечно же, у нас человеческих всегда не хватает. И вот когда человек взирает на крест, когда он правильно относится к этому спасительному знамению, то это не просто знамение, как флаг, а это крест, это еще помощь, это еще лекарство, это наше оружие, то есть и знамя, и оружие, и лекарство, все это едино. И церковь выносит для того, чтобы нам помочь. А как эта помощь осуществляется? Следующим образом, у каждого человека есть свой крест. И нам нужно свой крест соединить с крестом Господним. Как это делается? Следующим образом, человек каждый, когда принимает все, что к нему приходит, вот негативное, скорбное, болезненное, он это принимает, ну, болезнь, к примеру, не значит, что он не должен лечиться, он лечится, но он просит Бога помочь ему вынести это заболевание, выздороветь или частично хотя бы получить здравие. И вот когда человек благодарит Бога, славословит Бога, то тогда его крест соединяется с крестом Христовым, и ему тогда с креста Господне идет помощь, идет мощная поддержка. И человек тогда начинает по-другому себя чувствовать. И вторую половину поста он проходит мужественно, достойно, по-христиански. Желаю каждому из нас вот этого соединения своего креста с крестом Господним, чтобы мы чувствовали свой грех, свое недостоинство и благодарили Бога за то, что приходит к нам. Тогда Господь поможет, и мы достойно принесем свой крест. Не только до конца поста, но и по всей нашей жизни.